Хей, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем проходить серию игр Куб Экспейс, и это у нас Декаф, пещеры. Так, немножечко сейчас, это у нас последняя часть из данного списка, и здесь у нас есть русский язык. Ни хрена себе! Ну чё, поехали! Подожди, это начало игры? Давайте я сброшу, на всякий случай, я хер знает. Начать. А, вот начало. Rusty Lake представляет. Так, кликните. The Cave. Пещера. Куда-то мы лезем в пещеры. А, ну да. А Собакевич хочет... Хотел сказать срать, но на самом деле жрать. А, сундуки. Один закрытый. Нож. Спики. Чашка Петри. Блин, то, что он на русском, это классно. Чашка Петри. Так, какая-то коробочка. А, все, стой. Ты удаляешь их, да? Все отлично. Черная. Белая. Черная. Коричневая. Да, я вижу, вон картинка нарисована. Черная-черная. Коричневая. Еще коричневая. Так, черная. Белая. Черная. Готово. И что мне это дало? А, мне это нужно чем-то сломать теперь. Стой, а разрешение здесь можно? А, нельзя. Хотя... Нет, нельзя. Ладненько. Идемте далее. Факел. Йоу. У меня нож есть. Ну ладно. Помогите. Так, а зачем тебе воздух, если мы в пещере? О, подожди, подожди, может это есть? Нет. Чашка Петри. Дрова. Типа мне нужно... Думаете, это легко? Вы думаете, это легко? Нет, нет. Наше дело нелегкое. Хера, сколько я перепрыгнул. Так, ну давайте, я думаю, отсюда тогда начну. Стоять обратно. Ну блин, видите, здесь нужно крест-накрест идти. Типа потом я как-то сюда должен вернуться и вниз. Да уж. А, либо нет. Либо да. Либо нет. Либо
я просто должен замазать все. Не, так было бы намного тяжелее за один раз. Чего? Я что, зря это делал? А, скорее всего, мне нужно сначала зажечь все факела. Передвинуть. Окей. Короче, мне нужно сделать так, чтобы он ко мне не залез. И освободиться. Изи. Нужно было централку ломать. Я проиграл. Но я правильно делал, если что. Чё, еще давай какую-то. Так. Здесь главное продумать сразу план, чтобы до меня не добежала она первая. И чтобы я в капкан в этот момент не попался. То есть здесь главное, как она пойдет. Книга. Так, давайте, ладно, сразу просмотрю еще что-то. Мне нужен мой напиток. Это что-то старик, ведь. Так, подожди, я сейчас это приземлится. А, окей. Что-то нужно перемолоть. Ага. Какой-то ключ отсутствует. Еще нужно кусок ручки. А, здесь уже взаимодействие идет. Связаны какие-то цвета. Хорошо, потом. Все. Книга. Только это мне, знаете, нужно сначала этот было пройти. Rusty Lake, походу, Roots, дерево. Семейное дерево, чтобы понимать, что происходит здесь. Но, скорее всего, я сделаю так, что вы увидите эту серию уже после Rusty Lake, Roots. Да. Почему не переведено? Chapter 1. Wonder Rooms. Вы понимаете, дело вот в чем. Уильям Вандерфул, последний создатель эликсира жизни и смерти. Глава 1. Wonder Groomы. Вот, видите, в чем херня? Так, извлечение последнего эликсира. И собаки, какие-то бактерии. Бактерии мы исследуем, получаем человека-ворона. Чаптер 2. Детектив. Дейл Вандермер, путешественник.
Так, желтый-желтый знак бесконечности. Мне это нужно запомнить или что? А, нет, потому что там цвета было, с цветами связано. Окей. Глава 3, кубы. Альдус Вандербрум Ворон. Либо, если это ничего не связано, да? Ну, походу нет, древо не связано ни с чем. Я тогда это выпущу перед Расти Лейком Рутс. Так, прожив свою жизнь вновь. Встреться лицо к лицу своим демоном. Так, прошлое не бывает мертво. Это даже не прошлое. Воспоминания — это ключ не только к прошлому, но и к будущему. Глава 4. Более высокая степень самосознания. Лаура Вандербум. Перерожденный разум. Расти Лейк. Ржавое озеро. Психическое здоровье и рыбалка. Позволь кубам направлять тебе. Сбалансируй субстанцию твоих прошлых жизней. Создай эликсир жизни и смерти. Найди озарение. Все, да? Но это если ты не знаешь, ты... А чё так мыло стало? Ага, ладно, сейчас сделаем. Я на самом деле просто уже и сам не помню, как там древо было. Эмма. А, тут вон есть. Мнимое изображение. Поэтому нормально. Так. Тёлка со шляпкой. Вот это. Да? А фиг его. Это точно мужик с усами, с бородой. Это ты. Что вот это? Ага, это Ида. Человек с пятном. Это он. Высокомерный человек. С короткой стрижкой. Все? Нет. А, подожди, это Джеймс. Джеймс, стой. Вот. А, фотокарточка. Мы получили фотокарточку с вами. У нас есть с вами... Ага, дрова я знаю, куда деть уже. Уже я знаю, куда деть дрова. Ножом не тыркнешь. Что я этим дал? Хер его знает. Котелок. Вот цвета, которые мне нужны. Видите, оно сразу типа изображение. Херово становится, вот. Оп, и мыло такое. Мыло. I need my drink. Мне нужно напиток. Какой напиток жизни он имеет в виду? Опа. Опа-на. Опа-на. Котелок. Красное. Красный цвет, что?
Нужно это чем-то протереть. Да. Походу на то. Так, котел. Куда котел можно засунуть? Сюда? И что далее? Трону. Я не понимаю. Я не могу понять. Типа, я не могу ему помочь, потому что мне нужно чем-то перевязать. Но я не могу ничего такого найти, что я могу использовать для перевязки. Было. Я видел тень. Стоп. Может, жуки мне помогут? Желтый жук, это квадрат. Синий жук тоже квадрат, а нет. Часы. Желтый квадрат, синие часы. Желтый квадрат. Синие часы. Даже тут остается синие часы. Походу треугольник. Но, блин, видите, здесь видно изображение такое силуэта. Так, треугольник. Белый треугольник. Ну и тут можно. Все, готово. Кирка. Теперь нам нужно найти эту херовину, разломать ее к чертям. Сосуд с водой. Напоить собаку. Нет. Налить сюда. Нет. Дать летучую мышь. Нет. Я сейчас кирку ебну. Тут нет. Проверить с помощью зрачка. Ага, и что мне это дало? А мне это дало ровным счетом ни хрена. Но я могу что-то перемолоть. Вот что? Кто его знает? Так, вы хотите посмотреть рекламу и разработать подсказку? Что-то связано с фотографией. Что-то связано с фотографией. У нас же здесь вот есть изображение. Вот, так сказать. Это какой-то рисунок. А рисовать мы только можем там, где стена у нас была, да? Короче, в виде шляпки. Отсюда получается в виде шляпки. Да. Загорелся свет. А, наверное, да, стена.
И что? Выглядит просто странно. Понятно. Да-да-да. Мотылёк. Да-да-да, мотылёк. Чё мне с мотыльком? Посмотреть мотылька. Дать сожрать мотылька. Да, дать сожрать мотылька. Так, короче, мне нужно в книгу сувать эти. В чаптеры. Короче, два квадрата. Бац, бац, бац. Я думал, на самом деле, будет вот эта херня намного сложнее. Оказывается, вообще нет. Что я должен сделать? А, типа, я понял. Ага. Ну, я понял. Ну, это не так сложно, на самом деле. Так. Мне нравятся такие игры, именно с головоломками, а не в плане того. Жми, ищи слова, то есть все. Кирка? Ага, ножиком штрихнуть. Ох, щит. Рука. Будешь руку кушать? Давай, наверное, руку сюда. Ну, это собаки... Да, собачья еда, найс. Собаку кормим человеченкой. Собачья или купеуха? Давай ее пожарим, да? Или сварим. Ладно. Ну, это легко. А вот в таких вот играх, где, да, нужно цепь как-то совмещать. Самое легкое это все очень сильно растянуть. Как можешь. И потом все, что красным, просто перетягивать немного в центр. И вот так, типа, туда-сюда.
На самом деле это не очень сложно. Типа хоп. Хоп. Это наверх. И это сюда. Все. С этим вообще проблем с таких вот нету. Все. О, куб. Куб, почему ты мылишься? И видите, он, главное, при этом фризит. Скорее всего, из-за картинки. Я бы, наверное, сказал. Я бы сказал, что из-за картинки. Так, это мне, получается, нужно все сюда переместить. Их можно просто в одну точку все сместить. И так разбираться. Вот, все. Просто в точку все еще тоже вот смещаете. Как тактика. Так, так. Так, эликсир готов. Эликсир в баночку. Эликсир готов. Че далее? Эликсир у нас есть. А далее я что-то не шарю. Так, здесь, да, у нас книга? Ага. Думаю, теперь куда эликсир сувать? Да помогу я тебе сейчас. А, вот, точно. Я помню, где-то был эликсир. Фокусник. Картиночка. Картиночка. Сюда, 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 сюда. Рисунок какой? Снизу. Понятно. Ой, не туда нажал. А, рыбки мне показывают, что жрать. И при этом нельзя рыбок задевать. Ага. Кирка. Руда получена у нас. На печи. Как раз руду мы все перевариваем. Жидкий металл. Жидкий металл мы используем там, где у нас формочка для ключа. Это вот здесь. Не, на столе была у нас. Как раз потом, после этого мы забираем ключ. Идем к тумбочке, открываем нижнюю часть. Изоленту получаем. Идем к этому, изоленты перевязываем.
и качаем воздух. Give me the extract. Дай мне экстракт. На. Манать у него голова что-то. Так ты фильм? Путешествие Дейла скоро начнется. Тебе нужно собрать все воспоминания. Они понадобятся нам в будущем для полноценного эликсира. Погрузись на самые глубокие... на самые глубины озера. Позаботься о себе, Алдус. Так, это последний чаптер, по идее. Тыкс. Что мы рисуем? S. Мы рисуем буковку S. Точно. Так, не, давай я, наверное, чтобы было красиво. Да, видите, первое, когда оно делаешь, оно без фрезов, а потом, когда оно размыляет, оно все с фрезами. Ага. Саркофаг. Что? Ну ладно. Ну я просто это по рисункам помню. Где ворон был, еще что-то. Спички. Угу. Давление. Так, сюда. Использовать камень. Нет. Что здесь на столе? Так, погружение. Драгоценный камень. Ракушка. Пустая чернилица. Вторая где-то тут, третья. Так, у нас там получается лес. Ладно, потом. Это градусномер. Метка. Квадратик, Y, Z. А, это D, точно. Сорок. Д у нас. Сюда один. И ниже. От входа. Три влево, две вниз. От входа. Три влево, два вниз. Три на пять и сорок. Три. Пять. Сорок. Готово. Хорошо. Драгоценный камень тогда уберу. Циферки. Это у нас шифр... Понятно. Я не шарю, подожди. Почему это двигается?
Ладно, еще рано. Может, сюда это спички? Камень. Нет. Ух, что это за клювы? Понятно. Присоски какие-то. Какие-то присоски. Огромное устройство. А, давайте сделаем так. Я на этом закончу. Если серия будет короткая, я их объединю. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.